Итоги регионального этапа чемпионата профессий для людей с ограниченными возможностями здоровья «Обилимпикс» подвели в Новгородской области. В этом году в нем приняли участие 133 человека. Они соревновались в 17 компетенциях. 3 года назад, когда региональный этап «Обилимпикс» прошел в Новгородской области впервые, участники демонстрировали свое мастерство в 5 компетенциях. Год от года их число росло, и вот теперь утроилось. Но, как и прежде, на Олимпиаде профессий соревнуются студенты, школьники и специалисты до 65 лет. Главная цель «Обилимпикс» – привлечение внимания работодателей к мастерству участников и дальнейшее трудоустройство конкурсантов. У нас очень хороший показатель трудоустройства таких выпускников, если сравнивать со средним показателем по России, где он составляет 43%, у нас этот показатель 73%. То есть наши работодатели видят возможности таких специалистов. Победители в своих компетенциях примут участие в общероссийских соревнованиях в конце ноября. Правда, в этом году они пройдут в дистанционном формате. Эксперты из Москвы будут следить за работой участников в режиме прямой трансляции.